Купленова здесь нет, а стрим есть. Вчера Дангар вот меня расстроил, конечно, сильно. Дангар прям, да, расстроил меня. И испортил заставку начальную какими-то там непонятными голосами. Потом сегодня, короче, внезапно этот, как, с думой пересмотрю, докуда дошел, где там пострадал. В итоге, смотрю, он стреляет хвост дракона, блядь, под музыку. Включил музыку, у нас... Включил в атмосферном Dark Souls какую-то левую музыку и стрелял под музыку хвост. Ну, серьезно, не? Ой, ну не знаю, вот расстраивает меня такая хуйня. Ну нельзя, вот, ну нельзя в таких играх музыку включать. Это же, ну это не то. Это же не ебаный пупок этот бессмысленный, в котором просто, ну, вообще не знаю, зачем он существует. Это же атмосферная игра, надо играть хорошо. Я же в нее играл, но я же не включаю музыку. И он играл, но он включает, он позволяет. Он думает, это можно вообще? Неуважение, конечно, неуважение. Ну вот он где? Вот он слышит сейчас меня, нет? Или он все и стыдным уже стал за это? Так же нельзя. Даниил Данковский. Добро пожаловать. Шаман 3301, добро пожаловать. Даниил Данковский. Что-то знакомое. Как его там правильно называют-то? Поребрик или... Как? Бакалавр Труховский. Или как там было правильно, я не помню. Гаруспик, ну. Бакалавр из Воров. Дантес, да. Да ты давай тут отмазки не лепи. Я вообще стрелял, блядь, 100 стрел выпустил и пошел дальше. И ведь ни разу даже не... меня даже мысли не промелькнуло включить, блядь, музыку какую-то здесь. Это же, ну это же... Это кощунственно. Если бы Гвин был жив, он бы тебя покарал, нахуй. Хотя он еще жив, он тебя покарает. Мы их найдем и покараем. Во, еще сиськи, кстати. Если чё. То каменный, то нарисованный, бля. Мощь чувствуется. Мощь чувствуется в этом, во всем. В его ударах вот в этих непонятных, блядь. Сам как собака, хуй пойми, здоровый. Стрела такая, блядь, пролетает. Ай, блядь. Не ожидал, сучка. Не ожидал. Но это специально сделаю, чтобы можно было увернуться. Потому что если она постоянно будет прилетать, это беда. Это сразу в лоб и насмерть. И попытаться выбить алебарду. Вот не знаю, вот хочется алебарду и все. Вот что хочешь делать, блядь, хочется алебарду. Блять, короткое говно. А вот была бы алебарда, достал бы. Дебилы, бля. Вроде с крыльями, вроде летать умеют. А чё, блядь, падают постоянно, непонятно. Это же простая математика. Чем больше хилок, тем лучше. Ищи, и не нужно будет... Бля, только не бейте, пацан, только не бейте. Сука, пидоры. Ай-яй-яй, гондоны. В такой броне неделю, блядь, да тут бежать. Бля. Главное, мне через стены нельзя бить, а им можно. Нормально это? Ну, пойдем. Пойдем, ладно. Сука, четырьмя пляшками. По-пацански прям. Почему страшно? Нормально. О, блядь. Да вет, колотушки, сука. Хуя ему на хп-шке съебал. Ебани никчемные, зло. Выносливость. Оо! Вот это позвоночный перекат сейчас. Спас, блядь, жизнь всю мне. Ну давай без этого, нахуй. Ёб твою ж мать, вот серьезно. Пиздец, он мне снял, блядь, две полосочки. Ай, ебай, нахуй. У него атаки вообще, я его выебал уже. Пошли. О, он заразился, серьезно? Давай он подохнет, как тварь. Я, по-моему, читал, что этот меч наносит, ну, точнее, если он отравит... В смысле, спокойно. Если он отравит, то он травит 10 минут. Я его не буду трогать, давай просто поржем.
Потом покажем потомкам. Сдох как крыса, как тварь просто отравленная. 10 минут, блин. 10 минут он будет травиться. Он умрет сейчас. Я не буду его трогать. Бля, и вот судьба у человека. Боролся с драконами, пиздил драконов. Все его боятся. Легендарный рыцарь. Сдох как скотина просто последняя. Просто сдох. Не-не-не, ты меня не выведешь из себя. Ты можешь, блядь, неделю как меня пробить. У тебя запашок от тебя, ты заметил? Ну где ты там? Не помнишь что еще? Лошара, блядь. Он подпрыгнул и сдох. Ты посмотри на него. Кусок говна, блядь. Чё? Он получил силу молнии. У него сиськи настоящие, доспехи не могут так гнуть. Нет! Так можно сдохнуть. Можно. Что он, бля, какой-то? Подожди, а что ей будет, если я убью первым толстого? Мне что-то не понравилось, короче, его вторая форма. Он слишком быстрый стал. Короче, надо сейчас убить сначала толстого попробовать. А чё это? Латекс такой? Да не, никакой. Он, чё вот он от него может? Этот взял от него молнию, я понял. А этот чё от него берет? ХПшку, блядь. И жопа сейчас вырастет. А, он больше стал. Он от него взял размер, понятно. Окей. Где ты? Ага. Бля, нихуя себе! А, он жопой от него научился садиться, окей. Жестко. Ой. Лох. Пидр. Как там кричалось, бля. Лох. Пидр. Сейчас будут сиськи. Кто там ждал сиськи? Ты ждала сиськи? Тогда давайте, короче, давайте посмотрим. Вот так. Я уже думал перерывчик сделать, но время уже много. Сисяндры. Full HD сиськи. Избранный мертвец. Тебе пришлось преодолеть тернистый путь. Подойди ближе, дитя. Сиськи. Ближе я не могу. Лицо надо или просто одни сиськи? Ладно, с лицом будет. Не могу. Так он не возьмется, у меня же бинокль в руке. А у меня его нет с собой. Не, одни сиськи светлее. Да, музыка эпичная. По-моему, она начала трястись. Я не знаю, что с ней происходит. Все? Все посмотрели? А? Конечно, боится, ни хрена себе. Пришел такой мужчина. Она специально подсвечится, как к ней подходит, смотри.
Опа. Типа, посмотри, посмотри. Ладно, посмотри, посмотри. Пока можешь посмотреть, ничего страшного. Ай-ей! Понравилось. Ты, чьими руками был запятнан облик богини матери. Я Гвиндолин. Твое прегрешение не останется безнаказанным. Ты пропадешь во тьме Анрлонда. Сейчас, короче, для всех, кто успел, важная новость. Это был мужик. Это он вам просто в голограмму вам вставил. На самом деле это был мужик. Так что вот не очень-то, конечно, хороший у вас перерывчик получился, но ладно. Ну кто-то не знал. Кто-то ведь не знал. Так это не шутка, как бы. Это действительно так. Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая. Дом, в котором счастье обитает. Золотая чаша, золотая. Я что-то не помню. Ну, я помню, что вроде такое дело. Я думал, она маленькая какая-то. А тут, ебать, чешила такая. У нее зубы так стучат стрёмно. Да я уже с ума сойти нахуй. Отвратительный звук. Далее. Гадость. С другой стороны, мы могли бы сразу взять алебарду. Алебарду сразу, с самого начала. Алебарду. Я хочу алебарду. Да не, я не буду стрелять по дракону, в хуй мне не впился. Я пойду за алебарду сразу. Да вы серьезно, что ли, заново проходите, ебанешься? Давай сначала за другой класс. Нет, только за этот. Хлопни 50 раз, алебарда появится. Если бы это было так. Если бы это было так просто. Да нет. Сука, нет. Тра-ти-та-ри-тай, тра-та-ти-ра-ти-та-тай, тра-та-ти-ра-ти-та-туй. Ну-ка, ну-ка, иди ты в хуй. Тра-та-ти-ра-ти-та-туй, тра-та-ти-ра-ти-та-та. Просто на изичах такой разъёбываешь, красиво, чё-то. Всё, я иду. Лапшу я не буду есть, куриный фарш. Фу, куриный фарш, фу, куриный фарш. Так, Микаэлис, восьмой месяц. Если курс доллара продолжит расти, придётся занимать, чтобы платить за Владимир. Вот. Придется. Так вот, ставит вопрос, как будто, типа, мне такой в упрек. Типа, я курс доллара поднимаю. Типа, смотри, вот, видишь, придется занимать. Придется, говорит, занимать. Вот я прям сижу такой, курс доллара поднимаю, чтобы вам пришлось занимать за подписки. Не о том я. Как, смотри, спалил тебя сразу. Не-не-не, я не о том, да ты чё, совсем о другом я. Так, тут у нас боссец. Боссец. Самый, бля, бесполезный в истории игры боссец, нахуй. Просто прям вот наибесполезнейший. Такой вот босс. Перед тем, как к рыцарю прийти, надо сначала сохранение загрузить в сеть, а потом пытаться рыцарю. Я не переживу просто потерю еще одну алебарду. Я брошу нахуй и пойду играть на компе. С компом у меня отношения проще. Отдай, сука, алебарду, пидор! Ты понял, да? Понял, какая хуйня? Фу, спокойно, спокойно, спокойно. У тебя будет алебарда, все, спокойно. Все получится, у меня будет алебарда. Какая, что эмбарго придет? Это же все законно. Я делаю без каких-либо этих возможностей системы. Я чё, бля, виноват, если у меня 700 к удаче, а хуй чё выпадает? Жрать охота. Я так разволновался, что жрать захотел. Читером алебарда не падает. Так это не читерство же!
Ой, как хорошо. Слышь, слышь. Танцуем, 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 надо делать вот так вот. Алебарда, алебарда, алебарда. Для тех, кто знает, что им нужно. Алебарда, алебарда. И еще, сука, 4 ловкости. Алебарда, алебарда, алебарда. Ты что не танцуешь-то? Надо вот так. Алебарда, алебарда. Алебарда, алебарда. У, сука, алебарда, 18 очков надо. Фух ты ж, ёптыш, вот это да, бля, вот это да, бля. Бля, вот это да, бля. Тю-рю-тю-тю-рю. Говорят, тут кто-то такой классный, что у него есть кое-что длинное. Он этим длинным, естественно, будет пользоваться. Ну, пойдем. Ладно. Попробую голышом, так и быть. Один ходухин за хуя, по-моему, бьет. Я Гвиндолин, темное солнце. Да постигнет тебя кара, сука, тварь, паскуда, собака такая. Эх, сука, один ударчик остался. Да не обидно, блин. Я хотел сказать, какая классная алебарда, короче. Я не заметил, что он стрельнул уже. Что, блядь, происходит, я не понимаю. А. Нет, короче, у меня этот лифт прям этот меня в недоумении ввел в полнейшее. Чё, куда, зачем, для чего, блядь, зачем это нужно? Тут два этажа, точнее три. Я из-за этого путаюсь или я что-то реально не понимаю? А, все, я, бля, я думал здесь два этажа, я поэтому не понимаю, какого хера, я только что спустил, не то. Поехал обратно, опять не то. Приехал туда, где был, блядь, опять то. Я не заблудился в трех этажах, я просто не понимал, что их три. Я думал, их два, поэтому я не думаю. Это как флешка. Ее вставляешь одной стороной, не вставляется. Ее переворачиваешь, она опять не вставляется. Переворачиваешь опять на ту, она вставляется. Вот так же с этим лифтом получается. Так, это чудо. Не надо оно мне. Латунный шлем тоже говно. И весь доспех говно. Ну, типа, наверное, подумал, ну, говно? Окей. Пошел нахуй. И оставили меня без сил. Да сиськи мы уже прошли. Сиськи мы даже с бинокля рассматривали. Чего мы только с ними не делали, с этими сиськами. За нарисованные сиськи-то? Да, чё бы банить за сиськи нарисованные. Почему ты со мной не разговариваешь? Она заслужила смерть. Да. Чё? Ну, блин, друган мой. Мы с ним сдружились. Такие пацаны беспалевные, короче, висят. Они сколько они времени висят? Они висят, 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 висят. Они что-то ждут и ждут, ждут и ждут, ждут и ждут. В итоге дожидаются и умирают. Охуеть, им весело живется. Чё молчите, раз не слышите? Громче надо кричать, ну? Да Присцилла-то она там, за драконом уже, всё. Можно хоть сейчас идти убить, но смысл? Пусть помучается.
Она сейчас в ожидании просто сидит, думает, убьет у меня, не убьет, убьет, не убьет. Я же могу в последний момент решить и не убить ее. Могу убить. Такой я неопределенный. Так, самый, короче, няшный босс, которому пришел пиздос. В виде меня. Еще ей можно отрубить хвост. Возвращайся обратно. Это мирная земля, ее жители добры, но тебе здесь не место. Прошу тебя, ныряй обратно и поспеши домой. Она умоляет уйти. Она говорит, ну уходи, не трогай меня. Возвращайся, пожалуйста, не трогай нас. Что мы тебе сделали? Сука. О, сучара. О, сучара. Она разом, короче, хернула половину хпшки. Как тебе надо, как тебе надо. Дракон еще вторую часть тоже я убил. Че, нет, убил. Ты помнишь, как он стонал? Говорил, не трогай меня, пожалуйста. Я же всего лишь дракон. Я же всего лишь дракон, я никому не помешал. Я самый древний дракон, единственный первый древний дракон. Не трогай меня! Кричал дракон, а потом он умер, когда я его убил. Тварь. Ну почему? Что ты ищешь? А что убила меня, сучка? Как я ее, а? Как я ее, а? Да? Красава вообще, по красоте уделал. А! Сразить Присциллу. Мне платину за это дали, а он и сет этого упыря. Чего она сидела-то? Чего это? И что? Так, я не понял, что тут за дизлайки в чате. Алло. Всем нравится. Это минус очередной босс. Боссы должны умирать. Вот так-то. Здорово, пацаны. Надену эту залупу пока что. Хуй знает, как это, конечно, выглядит со стороны, но, по-моему, отвратительно. Смотри, смотри. Залупман. Ну, бери, что хочешь. А мы с залупманом пока себе провокатки. В смысле, что у него на голове? Все красиво, это хорошая одежда. Классная, модная. Вы вообще не в теме, что ли, сидите? Я не понимаю вас. Вы приходите ко мне на стрим и не понимаете, что в тренде сейчас, что ли? Это ж ебануться, ну. Сейчас бы не знать про трендовые шмотки. Это же новый писк. Болотная коллекция, все правильно. Болотмен 2018. Зима, лето, весна, осень. Унисекс, да. Совершенно верно. И мужское, и женское. Нашли дурачка. Ага. Так, все, я застрял. Блять. Блять. Лошара. Все, грибы пошли в расход. Здорово. Детишкам пизда. Детишки завыли. Никчемные маленькие засранцы. Где, бля, мамку зови. Не с тобой разговаривать пришел, щенок. Стерется, смотри, как в рукопашку ходит прям. Сейчас мамка придет, ебало мне сломает. Вон и мамка, нахуй. А их тут две аж мамки-то, ёпта. Они, кстати, бьют с руки, ой, пиздец, как сильно. Я не буду проверять, но это очень жестко. Это как этот, короче, он по размеру как медведь, который чей-то там талисман какой-то бабе на стадионе подарил. Отобрал у него маленькое медведя и в конце припёр огромного такого. Они примерно такого же роста. Ой! Заразился я? Да нет, наверное. Не чешет. Он, наверное, холостым ебанул. Тряпка. По-любому холостым ебанул. Блин, секунду. Секунду, сейчас мне. Чешет. Ой, чешет так чешет, хули уж там. Не, не забыл выключить. Я руки помыл, сходил, что-то руки липли. Нет. Что такое, ёпт твою мать?
А мне это что-то плохого... А, на половину душ забирает, да? Сука. Ёпта мать. Красавчик какой, нихуя себе. Внезапно. В смысле перекачан? Вообще ни разу не перекачан. Перекачан — это когда человек дополнительно где-то качается, что-то там делает, прокачивает. А я ни хрена не делал. Я все шел просто тупо вперед. Я просто хорош, вот и все. Я же профессионал. У меня киберспортивная степень доктора ученого по Dark Souls ведению. Вы что, не знали, что ли? Все чисто на скелет ощу. Я ведь если сейчас кому-нибудь другому в руки, да, и все, сразу. Одна атака на ваншот, смерть, все. До свидания. Вы просто как бы, ну, можете сравнить, я не знаю. Ну вот посмотрите вы, как я тащу. Божественно. Глаза отслезятся от радости. Потом пойдете к Дангару, он тоже пытается это проходить. И ваши глаза потекут от чего там другое? От грусти. Ну это же совершенно, это разные вещи. Могу вон демонов побить. Боссов. Это же первый босс во множественном числе стоит. Пойду им пизды дам. Вот пойду и дам, мне вообще ничего не будет. Смотри. Ебать его в рот. Перекатик божественный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сука. Минус нахуй. В смысле? А, это не я, что ли? О, блин! Смотри, что происходит. Ну, сучара, иди сюда, блядь. Да, быстро. Во. Сейчас всех семерых ёбну, серьезно. Ебать, он жарит как сильно. Да, блядь. Короче, пизду этих демонов. Отпрыгни! Блядь. Ебать, демоны взбесились. Что происходит? Ничего не понимаю. Выпустите нахуй. Ебать, кабаны, бля. Такой толпе не хуячит. А чё, не горят? Охуенно. Бля, не успел. До сюда, походу, хер добежи. Вот, чё он там между ног болтается? Начинает болтаться, когда бежишь. Мальчик он? Не должно такого быть-то. Ну, это как бы детская игра. Что ещё за... Заболтание тут промеж ног непонятные. Выдели его, бля. Ух ты ж нахуй. Это что сейчас было, бля? Долбоёб. Но я убил его. Неважно как. Я унизил его только что. Я только что его унизил. Он понял, что, блядь, что я наделал, он же сейчас вернется. И решил самоубиться сам. Он все прекрасно понял. Он понял, что ему не жить. Так я перебью каждого, кто посмеет. Кто посмеет мне перечить, сука. Сука, я иду. Встань, ёпта, голожопый. Ноги затряслись, как у тебя вчера. Ой-ой-ой! Это вообще было. Они загнали меня в ловушку. Они отомстили за брата. Брат за брата, такой у демонов за основу взят. Не надо мне фейспалмить сейчас. Я не знал, что там лава сзади. Я не знал, что здесь лава. Ее здесь не было. Это нассали прошлые два демона, которых я убил. Все подсказки удаляйте нахуй. Все. Разозлили вы меня. Разозлили. Хватит. Даже он сейчас злой. Нихуя себе. Красавчик, молодчик, просто прям... Вот это прыжок, блядь. Идеальный просто прыжок, прям самое оно. Каким образом он туда укатился? Я прыгал вперед. Перекат божественный, да. Идеальный просто, лучший в мире перекат, блядь. Где он?
Он ушел. Где он? Чё, бля, сейчас было? Я что-то не понял, что это было, но... Ну, тупо скилл, бля. Ну и какие еще сомнения по поводу скилла есть, ну? Если уж даже боссы, бля, от меня просто бегут. В общем, все, всем до встречи и всем пока.